Приветствую, друзья! Снова с вами я, Саша, пока что еще в нашем магазинчике на Таганской. И сегодня мы, собственно, поговорим про корректор артериального давления компании Швабы. Это отечественная компания, которая, собственно, произвела вот этот продукт и заявляет то, что за счет электрических импульсов можно корректировать и гипотонию, и гипертонию, и метеозависимость, всякие депрессивные состояния. И даже какой-то питерский институт заявлял, что вот эти депрессивные состояния, эффективность от вот этого устройства в 3-4 раза, даже в 3-5 раз выше, чем от медикаментозного. Так ли это? Не так, я проверить не могу. Эти исследования я не видел. Возможно, действительно так. Потому что эффект плацебо, он, как всегда, работает в некоторых случаях лучше, чем какие-то медикаменты. И, опять же, плацебо, оно не вредно для вашего организма, в отличие от тех же самых медикаментов, которые вызывают привыкание и всячески влияют на организм. Давайте посмотрим, что там внутри, разберемся, как он работает, как он выглядит. Сразу скажу, что я на себя не тестировал, потому что, хоть я и гипертоник, я стараюсь как бы давление сбавлять либо физической формой, физическими нагрузками. Да, там прохожу больше 10 тысяч шагов, и у меня как бы давление, смотрю, было 140, стало 130, перед сном там 125. Вот, возможно, вот это вот устройство мне бы врач прописал вместе с теми же самыми упражнениями. Я понимаю, вот это устройство прописывать для гипотоников, да, у которых вообще как бы, кроме как пониженных цифр, для них никаких вот этих вот страшных состояний, типа как инсульт, инфаркт, собственно, нету. Гипотоники, они на 10-15 лет живут дольше гипертоников. Вот. А вот гипертоникам такую вещь, конечно, строго по показаниям и вместе с медикаментозной терапией обязательно надо прописывать. Выглядит он красиво, изящно, написано Швабе. Швабе — это отечественный бренд, отечественная разработка. Хоть и есть в этом слове немножко что-то израильского, но тем не менее это отечественный продукт. Здесь вот такой защитный стикер. Никакого дисплея здесь нету. Вот, собственно, сам электромагнитный датчик, который будет за счет электрических электромагнитных импульсов через кожу вам пропускать импульс, вот, направлен либо на повышение артериального давления, либо на понижение. Для гипотоников это повышение, для гипертоников понижение. Ну, здесь обычные батарейки 2, которые вам надо будет купить самостоятельно, потому что в комплекте я их не обнаружил. Здесь еще вот есть такой вот промокод от DocDoc, как воспользоваться услугой. Это целый годовой абонемент на бесплатные советы, рекомендации от врачей. Инструкция по применению. Здесь вот даже написано: пониженное давление, какое оптимальное, 120 на 80, повышенное до 130 на 90 и высокое уже от 140. Минимальный сеанс — это 6 минут. Да, и здесь написано: курсовое применение аппарата АВР-051 способствует, да, как в советское время, когда у нас аппараты вот так вот назывались, там АВР-151, АВР-1021, 4053. Вот, коррекция, стабилизация нарушенного, как повышенного, так и пониженного артериального давления, снижение болевого и иных синдромов, сопровождающих повышением или понижением артериального давления, улучшение общего самочувствия, улучшение эмоционального состояния, повышение работоспособности, более быстрому восстановлению после физических нагрузок, снижение метеозависимости и улучшение качества жизни. Предназначен для курсового применения в течение 14 дней по 1-3 сеанса в сутки. Длительность сеанса 6 минут. И мы, к сожалению, испытать его не сможем, потому что я хотел на своей маме испытать, которая пьет такую пачку таблеток в день от гипертонии. Но я проверить не смогу, не как бы за счет таблеток, оно и так нормальное давление. На себе я тоже проверить не могу, потому что у меня давление постоянно меняется в течение дня. То есть оно может быть 140, оно может быть 130, а бывает 120 на 80. Да, нормальное. И чем я больше двигаюсь, тем я больше, чем я меньше сижу на стуле, тем лучше мое давление. Вот, поэтому я скажу: о, да, это вот за счет этого прибора. На самом деле это не так, это не за счет него, это будет за счет того, что просто веду активный образ жизни. А мама скажет, тоже это за счет прибора, на самом деле нет, потому что она пьет кучу таблеток. Давайте сейчас найду батарейки, включим его и посмотрим, как она меня будет стимулировать. Решил себе перед тем, как воспользоваться данным девайсом, замерить давление. Раз производитель заявляет, что он, возможно, при первом вашем применении упадет на 10-20 единиц ниже. Вот у меня сейчас показывает 139 на 102. Очень плохое давление, но оно не настоящее, потому что я измеряю неправильно, стоя, в эмоциональном состоянии, оно должно быть немножко ниже. Но по факту мы в равных условиях все сделаем. Я сейчас вот так вот померил. После 6 минут эксплуатации прибора померю точно так же, в таком же самом состоянии. Без передыхов, без всяких посиделок, без всего. И должно быть ниже. Либо остаться таким же, либо наоборот даже может подняться. Давайте проведем как бы тест. Одел на запястье, здесь есть визоны. Программа 1 и зона 1 – это левая рука. Вот эта область, она работает на понижение артериального давления. Если вы хотите, наоборот, повысить для гипотоников, надо одеть сюда и нажать программу 2. Вот она. В моем случае давление повышено, хочу его понизить. Запускаю программу 1, загорелся индикатор. Жду 6 минут,
И дальше будем измерять. Итак, дорогие друзья, прошло ровно 6 минут. По истечении 3 минут задняя часть этого прибора начала как-то воздействовать на мою кожу. Причем были какие-то прям импульсы такие интересные, неприятные, ну, какие-то такие своеобразные для меня ощущения. И даже кожа немножко вот начала нагреваться в этой области. И после того, как прошло все время, прибор издал 3 секунды и выключился. Тем самым показав, что все, твое время прошло, давай меряй. Хотя, скорее всего, давление упало. Сейчас мы и померяем. В одном и том же положении, на одном и том же приборе, в одном и том же состоянии. Состояние, когда я снимаю этот ролик. Чудо не случилось. Как было высокое, так, собственно, и осталось. Единственное, след от браслета остался в этой зоне. Вот и все чудо, которое, собственно, со мной произошло. Но, тем не менее, это надо, конечно, тестировать в нормальных условиях, как я и говорил. Возможно, спустя неделю после эксплуатации действительно будет какой-то результат. Устройство наверняка хорошо вместе с какой-нибудь терапией одновременно, либо для тех, кто хочет мотивировать себя снять давление без медикаментозной терапии. Да, если у вас такое давление, как у меня, там скачет постоянно от 130 до 140, в этом состоянии еще можно что-то с собой сделать, похудеть, либо побольше двигаться, минимум 10 тысяч шагов, либо начать наконец-то бегать. Вот. И вот как раз вместе с этими вещами еще дополнительно подключить это вот устройство. И в комплексе действительно даст какой-то результат. Вот. Но в моем случае вот защитные 6 минут ничего не дало, как было, так и осталось. Может, чуть упал там на 2 единицы. В целом, безрезультатно. Нужен вам этот прибор, не нужен, решать сами. Многие захотят подарить его пожилым родителям, что, собственно, можно сделать, да, как какой-то источник, как помощника в лечении. Кто-то захочет подарить гипотоникам для так называемого эффекта плацебо на руку его. Ну, допустим, есть какой-то гипотоник в семье, сейчас у тебя давление, тебе сразу пройдет головная боль. Как-то дают же гомеопатию, и все, человек действительно проходит, он начинает это верить и сам излечивается. Так и здесь, вот сейчас на руку одели, он тут повибрировал, немножко кожу пожгло, все, скажу, у меня действительно голова прошла. Вот таким людям такие вещи я рекомендую. Вот такой вот обзор, хотите скидку на это устройство, внизу есть промокод, вводите его в корзине, получаете неплохую скидку, особенно в такое время, как сейчас. Пока.